Я хочу сохранить огород, сохранить его. Конечно, он сохранит его, хотя меня волнует боль. Усадить 5 лет. Ее надо снять. Зашли я на вопросы. И снять ее. Конечно, не играть.
Она уже не хотела отступить. Они играли, играли и ходили туда. Ванилия и какашки. Они хотели лучше, там поесть надо, надо пить фанаты, понести фанаты, а если фанаты, и не нужно. Но не надо пить фанаты, как у полицай приводит. Надо понести, как трактор заедет. Ну, конечно, надо, если он жил, вам его украли, вам их украли. И не хотите украли. Конечно, я играл еще раз, играл и полетел, а единица полетели, которую им стал. И он, и ухили полетели, мы играли, единицы. И будущий хотел. И, конечно, после недели пошли приятно. Я хочу еще раз сохранить всех участников, и, конечно, я никого не сохраню, хочу сохранить и всех участников, которые участвовали в переговоре, коллективе и играли. Хочу сохранить за данности, ну, клуб или конечно, есть все вопросы, которые надо решать. Войной вопрос чистый. Просто видим путем, просто он политическая переговора. Может идти все политические сессионы, которые я вопрос не задал, сессионы вопросы. Политического особого населения и фу. Конечно, просто так и освободил не только войну, но и фу, заказчик и фри. Конечно, надо и так-то. Надо, чтобы они не сказали, видим в руке. Потому что когда вокруг сказали, что они, ничего хорошего это не приводит. Наши руки, но хотела, если еще не живут русские. Ну, естественно, я буду привыкнуть, не буду идти. Характером этого вопроса, но хочу вам прийти за политическим вопросом. Конечно, всем нам, прислонена не очень простая дело. Конечно, нам всем так и видно. Конечно. Ну, а все лучше, я знаю, все ее хвалят, а их море, а их Афганистина, Афганистан, Вия, Сирия, Ельвия, Ельвия, как афганистанские страны. Ее хвалят, и очень много проблем, и там, и герои.
там за люк какой такие, какого кукурка, орешка, какого кукурка, какой люк, орешка, зелень, там зелень, и они, а, слава, зелень, там, здесь как зелень, а кричали, и ахи, зелень, зелень, зелень. Ну, конечно, конечно, ну, как стало казаться, хоть зелень, это политическое слово, и не сильно, как слово, ну, не конечно, не так, как хотели, но фактически, я заслужил, и совсем все хорошо. Конечно, как не гуляли, ну, хуже, они охраняли, ну, надо, какой фильм охранили. Я не меня, а я не могу, и здесь как, и есть фильм. Хе-хе, по-моему, как так. Государство, какой у тебя, и охранили, и экономили. Конечно, конечно, для наземного этот мир укрепится не только в Палестине, африканцы, ираки, ливии, на африканских рабских скотов. Не скотов, это очень тяжело. Никуда сразу, это очень тяжело. Зло надеялся, что если он ООН не спешит, я надеялся, что и на конференции, что на конференции, да, на конференции, я надеялся, что эти регионы на сути с ним, на сути с ним. Конечно, особенно Африки, там, конечно, не так плохо, не так все плохо. И звук там, и пол начинается, и игра, там где-то идти не хватает, и еще все не хватает. Я не живу, не посекаю, и кажется, что это хорошо. Но, конечно, не надо, естественно, проезд хватит, хотели. А сегодня уже, ну, я знал, что обвод хотели, там, еще кто-то, там, я здесь не пою, ну, хотели. Ну, конечно, конечно, я надеюсь, что я никогда, а ты какой, какой практики, ты не учишься. Потому что люди там хотят кушать, хотят пить, чай, ну, как пить, как диалог, потому что не прекрасно, сухой. Конечно, надеюсь, что если тяжело, пусть все хорошо. Надеюсь, что я кушаю, дай Бог всем мир, дай Бог, дай Бог. Потому что африканский сегодня находится, я не говорю о всей, но есть африканский край, который среди там позиции находится, среди крупнее этим ходилом и играть. Конечно, и естественно, там, у нас как такое, сихиально, вокруг пола, сихиально, вот. Там, и ада пор, да, и все такое, и ада, и кукячка, африканским садом, горячим пором, и, конечно, конечно, естественно, еще раз ему спрошу, политическую вопросу, хочу сказать, что просто кое-где организм союз, это хорошо. Но нам надо еще работать, и работать, и работать. А что с тем и характером? Нет.
Сейчас по-русски, после Хасани, у меня хочется по-русски периодически, потому что периодически хожу. Но послушать на телеку Орлова, еще Казана, я хранить искренним этим фильмом. Я все сказал, я сказал по курсу Беларуси, курсу Палестине, курсу и Африканский, и Зелу, Олеса, Олеса, Зазелковку, и Зелу по курсу. По курсу хотим, я сказал все, все о нем. И если и еще я капуста словацкого сосредства. Это не меня, я его не сомневала, но это не меня. Он говорит, я пас капуста словацкого сосредства. Да, капуста все делает. Но и так и один писатель, и он написал. И я храй. Вот, охранься. Но он мне сказал, как у меня идти. А если еще хорошее, а если не знаете, хочу сказать, очень хочу сказать, но хочу сказать, как и чувствую, признали вас. И он прекрасно понимал слова. Это очень учительный. И не уносит просто, какие-то интерпретации. Иисус пришел на почистить слав слова, это отнимет его. И она очень учительная. Вот президент Беларуси еще я очень существенно, очень существенно. Потому что даже пришел и я вас брал, то вас, вот это вас не надо. Отнимите его. И он говорил, что это вас существенно, очень существенно. И отнимите его. Беларуси президент еще я очень существенно. Очень удивительно. Ничего хорошего это не случится. Тем и счастье. Тем и счастье. И тихо-сахи. У меня...